They're feeling it. They're definitely feeling it right now. Good showing. Very good showing. Good drafts. Solid shit. Playing Dota. Yeah, it was good. Very good. Honestly, I'm excited. Excited to see what Alliance can... Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm — это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен — это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm — получи то, чего хочешь. Повтор курьера. Давайте посмотрим, как погиб курьер. Ну, отличный контроль, я считаю. Что сейчас сказать? Что это за Warcraft? Да. Осада курьера. На, просто. Изи. Отлегчайше. Who are they gonna give? They're gonna give the Aegis to Wraith King? I'm not really sure. Maybe Josh. Oh, the steal! He got it! Oh, wow. Слышь, Федор. Да? Тебе мой брат салам передает. О, ему тоже. А он тот играет? Да, он твой фанат. Все, ты обязан со мной пати играть. Он эту игру смотрит, за мной сидит. You are correct. I know Lacoste here. He's one of the biggest European fanboys I know. But it doesn't matter. Let's go, NA Dota, baby! They're gonna win. You've got three Americans, two honorary Americans, Viver and Skeeter. Oh, I got this wrong. You can go mid or top. You're fucking so hard. Come. If you're gonna back off my chest. Gank me again, you fucking pieces of shit. Gank me again. Come mid, you fuckers. I'll kill all of you. What the heck? Продолжим. Не летит уже, да. Просто Микки подбежал здесь и сбил ТП. Есть хрона, конечно, но смысла ставить нет. Микки забирает еще наглую баунти руну. Хотя... Золотые купола! Hey, you wanna see me? Какая беда. И ни один не исполняет то, что делаешь ты в играх. Ты идеально нажимаешь кнопки. Каждая твоя игра и у меня честь падает на стол при просмотре, что не происходит, когда играют другие топ-игроки мирового уровня. Watch Fabi stream. Is this a mistake? This is a mistake. Oh my god! Oh my god! What the fuck is this? My dude, what? What the fuck, dude? Хочется верить, что вчера наши ребята просто так плохо выступали, потому что эта группа, она ничего не решает, потом они выйдут в плей-офф и всех накажут. Но нет, черт возьми, просто наши ребята ужасно играют, супер плохо. Про пики я вообще молчу. Причем я уверен, что даже работяга из чата понимал, что можно напикать лучше. Я уверен, любой работяга напикал бы лучше, чем то, что пикали вчера наши мальчики, которые из раза в раз наступали на одни и те же грабли. Вот. Но они начали эволюционировать в последней игре, там что-то адекватное стало появляться. И может быть сегодня месье Шадувех и остальные мальчики проведут анализ вчерашних поражений и сегодня зажгут. Это надежда, и вероятность этой надежды, ну, может быть, процента 2. He plays like he had a script. I mean, enough said, right? Enough said. Пожалуйста, не душите меня, я и так в тильте полнейшем. Привет, зарубцын, семизалуб.пуч, сегре-убийца, нубов. Живет в Воронеже, ему 20 лет, молод, красив и перспективен, а тебе пора уже удалить доту и идти в танки. Я в таком тильте, хватит меня смешить, не смешно уже. Зураб, Зубар, Забур, какой еще меня назовете? Таня, уйдите с мида, я сам буду дефть мид. Феня, иди с командой ходи, брат. Что, я Шиву продал? Блять, я Шиву продал! Эй, мид, инджа, не выхом. Пинджа, везде.
У меня такой уж есть команда, мои любимчики. Если они будут играть как полное говно, я буду их хайпить еще 2-3 года. В скобочках примерно Атос Винцер, которые проиграли все 3 года, а их все там поддерживали, ребят, нет. Я покритикую их и скажу, пожалуйста, возьмите Акбара 2 года. Прошло 2 года, выходит мое интервью, Акбара надо возвращать, возвращает Акбара. Это просто один из примеров истории. И с ним они уже едут на The International. Вау. Привет, струя. Дров. Говорят, если долго сидеть за компом, тяжело поднять вытянутую правую руку выше плеча. Как думаешь, Госли от Какуна Титаник? Я собака, ты собака. Тяжело поднять правую руку? Чего? Не понял. Если долго сидеть за компом, тяжело поднять вытянутую правую руку выше плеча. Не понял, в смысле? Ну, как это работает? Ну, какая-то хуйня. Все это пиздец. Way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, no win affair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated this.